Добрый вечер всем! Скоро-скоро все православные верующие отметят светлый праздник – Рождество Христово. Не нарушая традиции, я готовлю студень, а сейчас буду готовить пряники по старинному рецепту. Мед разогреваю на водяной бане. 250 грамм меда. Добавлю специи, мускатный орех, корица, анис и гвоздика. Смесь охладится, и потом я ее добавлю к муке. Здесь 600 грамм. И добавлю вот такую растертую смесь, которая состоит из одного стакана сахара и двух яиц, 4 грамма сливочного масла. Все это предварительно растерла. И добавлю чайную, пол чайной ложки соды. И буду замешивать тесто. Вот какое тесто получилось. Конечно, 600 грамм муки было маловато. Я еще добавила где-то 100 грамм муки. Первая партия пряничков готова. Отправляется в духовку. Температура 150 градусов на 20-25 минут. Мои рождественские прянички готовы. И сейчас я буду их украшать айсингом. Для айсинга мне понадобилось 1 куриный белок охлажденный, 200 грамм сахарной пудры, пол чайной ложки лимонного сока. Во вторую часть айсинга я добавила вот такой пищевой краситель. Белорусские рождественские прянички по старинному рецепту готовы. В 17-20 веках центрами пряничного промысла у нас были Дубровна, Копось, Минск, Орша, Сморгунь, Мир и другие города и местечки. Пряники изготавливали из муки высшего сорта, в тесто добавляли мед и различные специи. С наступающим всех Рождеством Христовым! Храни Господь моих друзей, даруй им благодать!